Че он кричит на нас? Доброго здоровья. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас представьтесь, зовут? Пожалуйста. Меня зовут Денис. Меня зовут Максим. Мы братья Захарченко. Нам 25 лет. Мы с Украины, город Желтые Воды. Воу-воу-воу. Послушай, ну со мной такого еще никогда не было. Вот, да, бывали дуэты, поворачиваешься, понятно, там, да, два почему человека. Почему разноцветные венчики? А здесь при чем? Близнецы. Чтобы отличали, чтобы нас. Себя не путали. Порой бывает такое. Утром встаешь, послушайте, я Максим или не на я? На самом деле, помимо того, что вас двое, вы еще поете невероятно в унисон. По-моему, это удивительный факт. Это большой комплимент, спасибо большое. Это редкость вообще, редко кто себе такое позволяет, роскошь. Вот, тем более фальцетом, я не знаю, каким-то другим звуком извлечения. Мы думали, что вы машинка. Это абсолютно правда, здорово. Да, действительно. Это большой комплимент для нас, спасибо большое, нам очень приятно. Это очень было здорово, круто, в смысле спето, очень стильно, тембрально интересно, музыкально очень, очень современно. Единственное, что я почему-то, например, не повернулся, я сразу понял, что два человека поют, и не понял, что дальше делать. Если бы вы, наверное, что-то интересное спели бы в интервал, то я бы тогда, например, понял, что, почему вы полезная единица, что вы строите хорошо, скажем, вокальные аккорды, и ясно, понятно, что дальше делать. А вы пропели всю песню как один человек, тут только вдвоем. Спасибо большое. Ну, самое интересное, что тембры у вас разные, при том, что вы как бы вроде бы близнецы. Да, тембры разные. А тембрально разные, по-разному поете. Скажите, а что вы еще поете вообще, помимо вот фарола? Да, там... Вообще, дикодеем, к фанку, соу. Вау, вау, вау. Прекрасно. На родном поете? На языке? Як на ті чорнобриці погляну, бачу маті стареньку. Понял, за камертон отвечать будете вы. Я к вам буду подходить и просить, дайте мне чистую ля, пожалуйста, и вы будете ее давать. Отлично. Причем вдвоем не сговариваясь, потому что, мне кажется, вы даже думаете быстро вместе. Поздравляем и поздравляем нас всех с тем, что Украина, во-первых, вообще представлена в проекте, и, во-вторых, что представлена так музыкально, как от нее, от Украины, и ждешь. Спасибо. Да, спасибо, ребят. Thank you.
Какая улыбка приятная у человека. Их два. В двух экземплярах. В двух экземплярах. И у одного приятное, и у другого. Бывает же. Господа, впереди много работы, впереди жесткая конкуренция, поэтому я даже не знаю, радоваться ли за вас, поскольку основные бойни впереди.